Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Хари Крипто, и сегодня мы с вами рассмотрим проект, который в первом сезоне насыпал людям огромные бабки. Я знаю людей, которые получили как 500, так и 3500 долларов. Перед началом попрошу подписаться на наши телеграм-группы, а мы начинаем. Проект NFP Romp – это сервис, использующий искусственный интеллект для создания NFT с помощью промптов и последующей загрузки их в блокчейн. Проект уже представил свою экономику, и большая часть токенов рассчитана на комьюнити. Кроме того, в документации предоставлена информация про airdrop. Также это платформа для быстрого создания контента для художников на Web3 сфере, в основе идеи которой лежит творчество. Платформа позволяет воплотить свое воображение в NFT, сгенерированное искусственным интеллектом, который подтверждается неизменяемым реестром блокчейна. Не так давно команда провела airdrop токен для ранних пользователей в своей площадке и запустила второй сезон кампании, в рамках которой мы можем зарабатывать кредиты NFP. Как сказано в документации, заработанные NFP будут играть важную роль при распределении будущих airdrop'ов. В их твиттере активно ведутся новости, и количество их подписчиков перевалило за 260 тысяч. Также у проекта есть спонсор Binance Labs, который в их вложил приличное количество долларов, чему можно не удивляться. Проект максимально крутой и простой в использовании. Давайте перейдем к зарабатыванию токенов. Переходим на сайт по ссылке в комментарии к этому видео и подключаем наш кошелек MetaMask. После этого переходим в наш профиль и делаем его максимально живым, чтобы не подумали, что мы какой-то бот. Делаем никнейм, ставим аватарку, подключаем наш Twitter и Discord. Далее переходим во вкладку Earn и видим еженедельный клейм токенов. Для этого нам нужно будет каждый день клеймить токен и проводить транзакцию в сети BNB Chain. Также можно добавить сеть OP BNB, однако там будет комиссия за транзакцию дороже на 200%. Проводим транзакцию за 2 цента и получаем наш токен. Делаем это каждый день и зарабатываем на 7-й день 3 токена. Всего в неделю с клеймов мы можем получить максимум 10 токенов. Чуть ниже нас ждет рафл, чистейший рандом, правила которого нам пишут, что мы за каждую попытку имеем определенный шанс получить 0,1, 1%, 3%, 5% и 10% от призового фонда NFP. Цена одной попытки составит 20 токенов, что не есть мало для начинающего пользователя. Однако выбор стоит за вами, лично мне никогда не везло. Один раз делал 120 токенов, и я их успешно спустил. В общем, все зависит от вашей удачи. Советовать не буду крутить этот рафл, так как слил очень много раз на нем. Ёбаный рот этого казино, блядь! И, наконец, задание. Первое – это реферальная программа, по которой нам нужно будет приглашать наших друзей, и за это мы будем получать токены. Далее есть возможность минтить NFT на сайте. Цена минта будет составлять 2 заработанных токена. Также есть минт видео, минт картинки и музыки. В общем, довольно интересно. Это можно использовать в своих целях, за токены покупать сгенерированные картинки, либо же музыку и видео. И мы можем на старте получить 10 токенов. За подписку на Twitter и Discord мы получим по 5 токенов. Клейм токенов обновляется раз в сутки в 3 часа ночи по московскому времени. Также есть интересная вкладка Campaigning, в которой постоянно проводятся разные кампании. Участвуйте в них, когда они активны. Мы видим название кампании и сроки выполнения. Переходим и делаем простые задания по типу подписки на Twitter, лайка и ретвита или же визита на сайт, за что и получим шанс поучаствовать в раздаче токенов. Так что не упускайте возможность и делайте эти простейшие задания, когда они доступны. Проект NFP очень щедро раздал всем пользователям, которые делали простые активности в первом сезоне. Сейчас идет второй сезон airdrop'а, и по концепции он точно такой же. Неизвестно, насыпет ли нам так же, как и в первом сезоне airdrop'а, однако стоит потратить 1,5 доллара в месяц на простые транзакции. Не упускайте шанс заработать, проект доказал, что способен просто удивить и насыпать людям миллионы баксов. Активность не требует больших затрат. С вами была Хари Крипто, оформляйте подписки на наши телеграм-каналы, не пропускайте важные активности, всем спасибо за просмотр.